Mening ismim Rano. Yoshim 27 da. Hozir tadbirkorlik qilib boryapman. İşte, boshlanishiga men oyoqqa turishim juda qiyin bo'lgan. Chunki birinchi men bu yerga ota-onam uyiga kelganimda 2021 yil edi. Juda og'ir ahvolda edim. Ham stress holat, ham kunim bo'sh o'tar edi. Благодаря проекту по развитию агробизнеса USAID, Центр поддержки гражданских инициатив смог осуществить проект по поддержке женщин, которые подверглись гендерному насилию или находились в группе риска. Проект смог помочь содействовать развитию потенциала 114 девушек в 5 районах Сурхандаринской области. И вот за этими цифрами 114 человек были судьбы женщин и девушек, одной из которых была Рано. Раноша, она, значит, подверглась не только психологическому насилию, она также подвергалась жесточайшему экономическому насилию, физическому насилию. Она находилась в глубочайшей депрессии. Постепенно, пройдя 4-месячный курс, она приобрела мастерство, получила специальность, стала членом ассоциации ремесленников Узбекистана и смогла, мы посодействовали, она смогла зарегистрировать свой бизнес и стать юридическим лицом. Hammamiz ishlaymiz-da, biz один-на-один, masalan, akamam ishlaydi, dadam, ayam, biz opam ikkalamiz. Shunchaki ishlaymiz-u, lekin hammamiz o'zimiz yonimizga qolmaymiz. Kassa bitta. Hammasi yig'ilib bitta joyga keladi. Va bizni topganimiz ro'zg'orga kunlik topiladigan, katta tushadigan oyliklar esa kontraktga, kreditga ketadi. Mana o'zgarganim Шибилдің хысабыды күз тегмасын дәді жағы машин алышты. Әкемдер сауға қылышты дәдімге. Мен үші ойлы ақыл бүгенлік үшін кеч құрын хамамыз іштен чәп-чәп асып бұп кесеген кеч құрын әбезәділ хамамыз жағы боламыз. Сегодня рано молодая предпринимательница, которая уже за собой ведет остальных девушек. Рано сегодня выполняет не только заказы внутри региона, она также выполняет заказы за пределами нашей республики.